А следующую песню мне хотелось бы также свою авторскую, которую написала я сама. Не так давно, скажем. Наверное, потому что тоже были эмоции, тоже были какие-то чувства. Мы, наверное, женщины не можем без этого жить. Я думаю, что все женщины с этим согласятся. Нам всегда нужна подпитка. И так рождаются в моей истории песни. Ну, опять же, личная история, да. Не страшно полюбить. Слова и музыка. Минутные мои.